В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Гуру с тебя спустим. Что, драться расхотелось? Ну-ка!
медальон дрожит. Это место силы. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Трава вокруг колодца выжжена. Тело высушено, следы ожогов. Судя по всему, это полуденница. Что-то привязывает полуденницу к этому месту, какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь.
Пятна крови, едва различимы. Кого-то здесь тащили еще живым. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Дневник может пригодиться. Браслет. Может, он связывает души девушки с этим местом? Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина, судя по зубам, лет 30, без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Удачный браслет с гравировкой Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Thank you.
Надо подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. И браслет. Игни. О, сработало.
Место силы. Отсюда изливается магия.
Чего? Покажи свои товары. Бывай.
Подохни! Сука! Вместе! Урод! Хватит скулить, гусар. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. Хватит скулить, гусар. Ищем хозяина позже, когда будет.
И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было, и с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два, тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей и помоги найти Бастина, а я тебе хорошо заплачу. Хорошо, я тебе помогу, только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы, очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с нимфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем, а дальше пойдем вместе. Гнездо гулей, надо его уничтожить.
Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Эй, ты куда идешь? Столько трупов. Война только началась. Труп как труп. Сам я не узнаю, Бастин ли это.
Ты что, хотел, чтобы меня сожрали гули? Хватит носиться, как кот за клубком. Помоги мне. Это он? Нет, не похож. Ну так что, гусар, чуешь хозяина? Ох, кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может, это из-за огня? Он его учуял! Гусар учуял Бастина! Вперед! Это еще ничего! Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллисты обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван? Прекрати! Ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин! Он тебя взял в плен, этот нильфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир. Его тут же вздернут. А если его у нас найдут? Тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги. Thank you.
место силы. Отсюда изливается магия. Гнездо гулей, надо его уничтожить.
Но! Пошла! Но! Быстрее! Не торопись! Покажи, что умеешь. Странно.
моей жопой, если не отпускай его! Не стой! Оторву тебе башку, да в шею насру!